Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с платформой Bincoin. На мой взгляд, платформы финансового назначения в области криптовалют, они заменят в самое ближайшее время, модернизируют, а потом и вовсе заменят классическую банковскую систему и нишу на рынке в финансовом секторе займут именно те платформы, которые сейчас выходят на рынок и являются максимально проработанными. На мой взгляд, платформа Bincoin является одним из таких проектов, который будет успешен в этой области. И я предлагаю вам ознакомиться с ним для принятия решения о инвестировании в него. На сегодняшний день идет этап пресейла. Есть достаточно времени, чтобы принять участие на максимально выгодных условиях. Пожалуйста, знакомьтесь с платформой Bincoin, сайт, детали токен сейла, белая книга и все коммуникационные ресурсы. Ссылки на них вы найдете в описании к видео. В этом выпуске мы рассмотрим основную цель и экосистему платформы, и в следующем выпуске на канале Криптомир вы найдете детали токен сейла. В принципе, эта информация также есть сейчас на сайте. До конца пресейла осталось чуть более 18 дней. Повторюсь, есть время для того, чтобы принять участие в нем. Цена одного токена, одного бинкоина составляет 10 центов доллара США. Принимаются валюты. Можно принять участие в токен сейле при оплате биткоином, эфиром и манера. В экосистему входит бинкоин, входит дебетовая карта Visa, что говорит о очень хорошем сотрудничестве с платежной системой Visa, только с той разницей, что все платежи можно осуществлять при помощи криптовалюты и при необходимости конвертировать ее в доллары и снимать из банкоматов фиатные доллары США. Комиссия за снятие с банкомата 2 бина, ну то есть 20 центов по сегодняшнему курсу. Из терминала комиссия за оплату через терминалы торговой точки составляет 1 доллар. И комиссия за снятие наличных в банкоматах других криптопроектов составляет 4%. Лимиты на снятие ежедневные 900 долларов, ежемесячный лимит 25 тысяч долларов. Кэшбэк 10%. Хорошее предложение для рынка дебетовых карт. На рынке дебетовых карт, на мой взгляд, он, ну, действительно логично, что такая карта есть в экосистеме. Люди этим пользуются, и количество людей, которые будут использовать подобные сервисы, будет только возрастать. Говоря о давайте посмотрим, что нам хотят сказать вот в двух словах о своей системе разработчики. Что же такое Bincoin? Bincoin – это децентрализованная криптовалютная платежная система, которая была создана и работает на программном обеспечении с открытым исходным кодом, и она не контролируется какой-либо организацией. Децентрализация в этом случае, безусловно, является тем фундаментом, на который будет опираться уверенность пользователей в честности работы этой платформы. Особенно это важно, когда речь заходит о деньгах. Инвесторы могут использовать сервисы для разделения своих инвестиций между различными сервисами, такими как peer-to-peer кредиты, merchant gateway, криптовалютная биржа и другие. Первая версия BIN позволяет стартапам запускать и управлять своей компанией ICO. Это стандартный набор, на мой взгляд, функций, без которых сложно себе представить современную криптовалютную платежную систему. Также в экосистему платформы, в экосистему входит BinPay чат.
Безусловно, удобнейшее приложение, которое осуществляет такую функцию, как оплата внутри чата. Взаимодействуйте и платите прямо со своих мобильных девайсов. С помощью функции чата BinPay вы можете легко отправить, получить и совершать сделки с вашими друзьями, семьей или клиентами во время чата. На сегодняшний день многие уже реализована эта идея некоторыми мессенджерами. Кто-то только начинает ее внедрять. Безусловно, подобная функция, это она будет, ну, естественно, как сейчас, то есть возможность платить через чат, она просто обязана быть в современной платежной системе. И здесь она реализована в высокой степени надежности. Вам не нужно использовать отдельное приложение для отправки сообщений своим близким при отправке бинкоинов. Общайтесь и платите прямо из функции BinPay Chat. На мой взгляд, безусловно, нужная и необходимая функция, которая просто наверняка найдет своих потребителей. Далее в экосистему входит BinApp кошелек. Покупайте, продавайте, храните, отправляйте и получаете криптовалюту BIN с помощью криптовалютного кошелька номер один в мире с ChatPay Facility. Мы поддерживаем функции оплаты через чат, где пользователи могут платить во время чата. Кошелек обладает стандартным набором функций. Он отображает курсы валют, отслеживает расходы с адресов, которые, ну, доступны, естественно, только для просмотра. Графическая статическая информация, доступ к дебетовой карте BIN. Естественно, это все защищается PIN-кодом. Храните эксклюзивный контроль над личными ключами вашего кошелька. Функция BinPay чата, поддержка QR-код для удобной отправки и получения платежей и многое-многое другое. Приложение доступно на App Store и Google Play. На мой взгляд, подобное решение, оно само собой выливается из общей картины экосистемы платформы. Мне это представляется очень интересной платформой, и вот складывается впечатление, что, безусловно, она найдет самый широкий круг своих поклонников, своих пользователей, своей простотой, и она, вот, на мой взгляд, да, есть продукты, которые заточены там на бизнес, на мелкий, на средний бизнес, да, кто-то заточен, вот, финансовые платежные системы только на крупный бизнес, да, там на какие-то большие предприятия, то платформа BinCoin, она прекрасна тем, что она сосредоточена для пользования, она предназначена для пользования простыми людьми. Каждый день можем покупать кофе, можем покупать, там, я не знаю, стиральную машину. И это все вы можете переводить деньги своим близким, своим друзьям, родственникам, да, вот они находятся в путешествии, живут где-то в другой стране. Это все очень мобильно, удобно и не требует каких-либо больших там знаний о финансовом, в целом о финансовой системе. На мой взгляд, BinCoin – это то приложение, это та платформа, которую будут пользоваться многие-многие миллионы человек. Пожалуйста, знакомьтесь с платформой и присоединяйтесь к ней. Как я уже говорил, ссылки на белую книгу, сайт и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Знакомьтесь и присоединяйтесь. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока!